Ah, già niente. Come si andiamo a dire? Andiamo un po' con voi. Вот, апрят называется кокос. Друзья, вот кокос бывает разный. Есть где одна вода, жидкость, а есть где и вода, вот мне, да, где и еда, и воду. Вот, тебе дают, как это наша местная кока-кола, ребята. На здоровье. Шикарно. Такой, знаете? Сладкий, но не совсем круче, чем сладкий. Вот прогулка по Дакару нужно вот, вот такой. Давай я тебя теперь сниму. Как? Тихо. Смотри, как Паша пьет кокос в Дакаре. О, скажи, как вкусно. Офигеть. Ну, нам я и на эту варкену. Но. Слушай, но он как раз вот не сладкий, он чуть-чуть сладкий. Да, да, он чуть-чуть сладкий. Он то, что надо, короче. Так, давай чёлкнёмся. Давай. Не-не-не, не видно, давай еще. Вот, когда два кокоса сталкивается. Вот получается так. Ребят, вы, конечно, видели, как процесс, как этот обряд, да? Вот. Вы мужество кокоса над всеми другими напитками заключается в том, что нужно пить и есть. Вот. После напитка мы едим вот эту вкусную мгую. Я вам не дам.